think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Будем пробовать с вами проходить за пределы. Открылась в пятницу. Я проходил с ворожаем. Взял еще к вдогонку к землеройке и фрей ворожея. И, честно говоря, немножко об этом пожалел, потому что намного сложнее начало все проходиться, потому что появились вторые эволюции. Прочая фигня. В общем, поехали. Мы сегодня сделаем тест. Я хочу сделать просто тест в одного героя. То есть не ставить гарнизон, как мы это делали до этого. То есть с гарнизоном. По сути, Фрея плюс землеройка. Там 11 у нее прорыв. Здесь у нас уже 28 прорыв. Мы, в принципе, проходили 3 этажа без проблем. Несколько раз подряд. То есть это 100% факт. Тут мы сейчас проверим, что у нас в итоге будет. 190 левела, ребят, сразу же. 190. У меня были 70, когда я добавлял мелких. То есть, по сути, разница очень большая. Там 95, по-моему, были. Но это просто жесть. Ну, давайте посмотрим, оправдано это или нет. Ну, хотя они 190, но они пока без эволюции, это хоть радует. У нас больше нет кого сюда добавить, то есть ее будут все время атаковать, это один из минусов. Потому что, когда вы берете несколько героев, есть возможность выставить их вперед, чтобы Фрея первые не атаковали. А тут ее могут заморозить, накинуть стан, то есть вариантов очень много, поэтому надо иметь либо много эмблем, либо хороших питомцев, чтобы это все снять. Вот видите, молчанка прилетела и сразу же. Ну, она у нас 28 прорыва, то есть она, по сути, их разваливать будет стычки, но опять же, у меня она собрана с 10 пактом и с... Не, ну тут это жестко. Будем пробовать пропускать. Так, оккультист, стрелок. И с выживанием. Плюс у меня, как видите, еще есть ангел для того, чтобы получать еще дополнительно подхил. Потому что может быть маловато у нас. У нас весать некого. Мы пошли, короче, самым легким путем. Нифига себе. Не, ну жесткие противники уже, я вам скажу. Тут вся надежда на то, что она просто стычки будет их выносить и не давать включаться. Во-во-во-во-во, выживание сработало отлично. Вообще самое основное это ушатать ледяху, потому что ледяха это, конечно, для нас проблема. Вот, как видите, уже Мишанина станет. Мишаня там, по-моему. Так, отлично, Мишаню разобрали. Ну, дальше 2 ляма. Феникс, в принципе, не проблема. Отлично. Но если вы смотрели предыдущий видос, сейчас намного все проще. То есть нету вторых эволюций. Когда мы выставили троих героев, ну, когда я в 2 героя бегал, у меня не было в основном вторых эво противников здесь. Их вообще нет на первом этаже, скажем так. А там... Ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, было зря. Хотя у меня, в принципе, с недомоганием, но мне что-то кажется, что это было зря. Так, ну у нас есть рез. Будем пробовать сейчас, но зря я напал на Фрею. Да, это будет, наверное... Последний наш поход. Хотя у меня на Фрей есть недомогание. В принципе, она у меня будет хилиться. Да, все нормально. Все good. Я поменял. У меня был победный. Ну, то есть на дамах она собрана. Я поставил недомогание. Вот оно срабатывает. Потому что я беру одного соло-героя. То есть, соответственно, я могу попасть на отхилы. Вот на таких вот Фрей, у которых будут отхилы.
и, соответственно, мне надо будет их как-то убить. В данном случае недомогание самый лучший вариант. Плюс у меня, вот видите, мое недомогание сработало, соответственно, он получил плюс 8 от хила. Ну, таким темпом, конечно, мы долго будем долбить ее, но сейчас, когда будет перезаходик, мы все быстрее и быстрее ее будем убивать. Поэтому, если у вас есть возможность поставить на фраю недомогание, это одна из таких сборок, когда ваша фрайка будет более-менее нормально и дамажить, и не давать заряжаться. Ну, пока вроде держимся. Плюс 80к, ну, половину уже ушатали. Сейчас будет быстрее, сейчас и голуби загрятся на нее сразу. В принципе, мы должны без проблем пройти ее. Есть еще другой вариант поставить эмблемой новый талантик и поставить, например, пенек, то есть для отхила. Тоже как вариант, вы сразу всех будете вражеских героев резать отхил, что тоже, в принципе, неплохо. Нам повезло, что там, видите, не особо прокачанное и нету выживания. Было бы там выживание, наверное, 99%, что мы бы ее просто не прошли. Но пока вроде держимся. То есть, как видите, все-таки есть привязка тоже к количеству героев. Вот мы добавили одного героя, и у нас уже были изменения. Сейчас мы в одного героя проходим, у нас вот вторая эволюция, вот только фрейка таких опасных противников. Ну, в принципе, мы ее должны сейчас добить. Еще дополнительный вариант, можно поставить эмблему смотра, будет дополнительно наноситься ей дамаг от смотрителя, еще плюс один удар, то есть вы быстрее ее шатаете. Ну, вариаций сборок очень много, все зависит, конечно, уже от противника, поэтому надо быть готовым к разным вариантам. Так, ну что, мы добьем или нет? Не, за этот заход, наверное, мы не успеем. Придется делать еще один третий заход. Но хорошо, что, вот видите, я поспешил. Хорошо, что так закончилось это все. Сейчас без проблем ее ушатаем. Я надеюсь, он обезжив. Потому что есть такие варианты, там, где есть еще оживы, это очень печально. Так, ну вроде нормально. Изичные противники. То есть, если у вас есть одна Фрея, не прокачивайте ее полностью в потолок. Этого вам вполне хватит. Чтобы без проблем бегать. Так, ну тут уже начался трэш. Блин, тут посерьезнее противники. Махатма, Ворожей. И вот хрен знает, знаете, на кого нападать. Ну, попробуем тут тыковка. Самое главное тыковку вырубить. Потому что она потом даст разгон, и мы фиг что сделаем. Космо. Не, отлично. Правильный выбор сделали. Потому что там, где ворожай, наверное, нас бы плюс Махатма убрали очень быстро с нашей сборкой. Так, тут у нас нападем на эту сборку. Вот, вторые эволюции пошли уже. Ну, они, в принципе, не страшны, так как у нас офигенный дамаг. Мы должны у героев просто стычки убирать. То есть где-то делаете. Оу. Да, тут пожестче будет. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой. Не, хух, отлично. Так, ну хорошо, что Феникса убрали. Ну, включись. Да. Видите, в одно рыло тоже сложновато, ребят. Не все так просто. Ну, все зависит, конечно, от пачек. Вот вторые эволюции пошли. Самое главное убирать быстро. Все, отлично, убрали космо. Может быть такой вариант, то есть тут тоже, когда два героя, вы идете на одну линию, у вас больше варианта выбора нет.
То есть это самое печальное. То есть старайтесь в основном бегать, нападать где-то по центру. То есть сколько нам там дамага дают. Плюс гаргул хил. Нифига себе там отхилы. Жесткие типы. Все равно разобрались. Плюс супер питомцы, даже мелкий супер пэт может очень многое зарешать. Поэтому тут тоже отлично успели. Ничего себе с вальсом был. Так, нет, ну там где Фрейя оккультист, точно не буду, будем пробовать эту пачку. Но тут у нас уже жесткие противники, посмотрите. Феникс, Некрос, блин, тут нас могут ушатать. Так оно и случилось. Есть еще вариант, конечно, пробовать. Ну, дофига мы потратили попыток, я вам скажу. Ведь надо все-таки брать еще кого-то. Землеройка здесь бы был бы в самую тему. А почему он бы сразу их блокировал, и Фрейя бы просто добивал. То есть в два рыла, если есть землеройка, однозначно лучше бегать с землеройкой. Понятно, она в большинстве случаев сливается, но... Тут вариант дает возможность вам проходить без таких потерь. Ну, такие пачки, в принципе, неплохо. Ну что, второй прошли. Почти. Нормально, тут точно мы должны пройти. Хотя были моменты на максимальной силе, что такие пачки просто тупо шатали. Вот смотрите, здесь тоже живут 4,5 ляма пробивает. 6 лямов, фига себе. Сколько у них там жизни. Ну, в принципе, мне кажется, вариант такой получше, нежели мы бегали в три героя топовых. О, нифига себе. 15 лямов. Какие здесь усиления уже действуют? Так, малышник Фрейя. Конечно, было бы лучше по центру нападать, тогда у нас вариант выбора был бы. Тут у нас без варианта, и посмотрите, что они делают. Нифига себе. Офигеть, просто не успели тыкву убить. Сразу же поплатились. Плюс землеройка у нас сразу все цели бьет. То есть это тоже однозначно плюс. Ну вот видите, к чему мы дошли. Ух, повезло, повезло, что они... Нифига себе, посмотрите, как они дамажат. Я говорю, повезло. Да они сейчас нас просто тупо расшатают опять. Мы никого даже не убили. Офигеть просто. Вот вам дофига дамага, надо что-то делать со станом. Я не знаю, что мы сейчас пройдем. Сколько мы уже попыток потратили, но это однозначно того не стоит. Так, ворожая его шатали, мы в принципе сейчас должны разобрать уже. Не, ну Афина, конечно, жесткая. Реально жесткая. Смотрите, что делает. Блин, хоть не нападай там, где Афина. В общем, вариант, два героя, ребят, можете гарнизончика добавить, это самый оптимальный вариант на сегодня будет, потому что такой вариант требует дофига, как видите, она под молчанку попадает и станется, дофига
Опять сейчас мы не нормально. Расходников на повторки. На повторные заходы. Это можно себе позволить тот, кто более там часто проходит, и у него. Блять, опять фрей. Ну, они издеваются. Ну, этих должны ушатать, я думаю. Ну, тут, конечно же, опять Афина. Да вы что, издеваетесь, что ли? Нормально разобрали. Офигеть, какой у нас дамаг. По 11 лямов. Жестко. Так, Махатма, землеройка. Блин, я Афин уже боюсь. Они реально жесткие. Она дает еще ускорение героям. Плюс заряд. И вот в итоге плюс Купидон. В итоге у нас получается вот такая вот фигня. Сколько у нас? 8 попыток было. Мы их, считайте, потратили. Это жестко. Сразу же молчанка нам прилетела. Офигеть. Просто офигеть. Последняя попытка. Жесть. Не, ну это жестко. Блин, эти молчанки, это просто жесть. Смотрите на отхил. Офигеть просто. Это что за отхил такой по ляму? Я все, конечно, понимаю. Но откуда? От питомцев? Жестко. Так, ну этих мы должны затащить, я думаю. Я надеюсь. Хотя все может быть, ребят. Тут хоть молчанки нету. Не, нормально, должны мы их разобрать. Нифига себе. Нет, это жестко. Жесть. Просто пипец. Это то, о чем я говорил, что... Тут, смотрите, мы практически 10 попыток потратили, но прошли одним героем. Соло. Адский режим. Но это, конечно, очень жестко. Смотрим, что у нас в итоге по осколкам. Ну, однозначно лучше землеройку брать. Так, ну давай, тут уже не надо нам этих сюрпризов. Отлично. Так, с итого. Поехали, откроем, посмотрим, что у нас получилось. Да, землеройка однозначно нужна. Что у нас по осколкам? 37 осколков Мэри. Ну, по чуть-чуть, в принципе, собирается. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Думаю, с тактиками мы разобрались, что все-таки лучший вариант землеройка плюс Фрея плюс гарнизон. Это самое оптимальное. И будет у вас там на протяжении нескольких месяцев. Ну, кому как повезет, какой сервер. Мэри, на некоторых серваках ее можно и так получить. С пиратом. Все, всем удачи, всем пока.